Актриса Чулпан Хаматова заявила, что собрала на помощь Украине 8000 евро, примерно 750 тысяч рублей. Она похвасталась, что заработала эту сумму за один спектакль. На заявление уехавшей из России актрисы обратил внимание телеграм-канал «Хуже и не скажешь». «За этот спектакль собрано 8000 евро на помощь украинцам», рассказала Хаматова под фото и видео, на которых вместе с иноагентами поет и читает произведения авторов. «Я не удержалась и поучаствовала в этом безудержном веселье», говорит о своем спектакле Хаматова. На днях стало известно, что актриса репетирует новый спектакль в ангаре, расположенном на окраине Риги. В нем Чулпан играет главную роль. Также сайт «Страсти» писал, что глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Хаматову и рассмотреть вопрос о внесении в список иноагентов. Обращение было подготовлено 19 июля. Бородин указывал на антироссийскую деятельность уехавшей актрисы, ее желание отказаться от звания народной артистки и выступления за границей.